Жуткая трагедия произошла в Москве. Как стало известно журналистам, 34-летняя девушка была выброшена из окна московской многоэтажки. Причиной тому стала весьма интригующая история. Марина 11 месяцев назад поругалась с мужем, и он, в свою очередь, в порыве эмоций выгнал ее в одном халате в подъезд. Через пару часов страсти улеглись, муж остыл и пустил жену обратно. Все стало хорошо, семейные отношения наладились. Спустя 9 месяцев Марина родила дочь. Радости не было предела. Но через месяц муж заподозрил неладное. Ребенок слишком сильно не похож на него. Он сделал тест ДНК и узнал, что не является отцом. Марина сама была удивлена, что не верна мужу. Но потом вспомнила, что когда муж выгнал ее из квартиры, она зашла погреться в подсобное помещение дворника. В помещении никого не было. Марина, посидев в тепле, быстро обмякла. Сказался и выпитый алкоголь. В это время и появился дворник. Равиль приехал из Туркменистана, работал дворником и жил в подсобном помещении. Он воспользовался ситуацией. Сама Марина рассказала, что не давала своего согласия и вообще этого не помнит. Но ее всегда настораживал этот человек. Последние 11 месяцев он всячески уделял ей внимание. Тщательно расчищал парковочное место, помогал донести сумки и один раз даже попытался подарить цветы с клумбы. Следователи допросили Равиля, который по тесту ДНК является отцом ребенка. Он рассказал, что все было по любви, но почему-то Марина не захотела продолжать отношения. Муж Марины, когда узнал все подробности, выбросил жену из окна. Женщина осталась жива, но находится в тяжелом состоянии. Мужа Марины заключили под стражу, ему грозит 8 лет тюрьмы. Равиль, настоящий отец ребенка, подал заявление о признании его отцом и требовал поселить его в пустующую квартиру. Но, как оказалось, владелицей квартиры является мать мужа Марины. И по закону ни Марина, ни Равиль, и тем более их ребенок никаких прав на квартиру не имеют.